Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванам Мано Ванча калпатару ашки пасин бевечо, патитанам павуне бхавишна бибью наму намаха, мукан каруоти бачаланг пангунг лангхет гирим, ядки патам ханг банди парамаанандамадвам, бриндавай тусиде бой пиявай кесвасач. Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Нарунча Ивана Даттама Девин Сварасватин Вясам Тату Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катху Падеши Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Бараню Дхейям Сада Парибабагна Мавиштадухам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сараням Бхитатихам Панатопала Бхабаддипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпад Паллаванака Чандамани Чатая Виспуржиту кимапика поводушва дарш, пурна нурагра са сагра сарамурти, сарадхикамей кадакипан кару. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда. Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану ламбита бхужоу канука бадату Сангитаной кабитару камала ютакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде ягат приякару каруна бадхару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Намами Ганге Тапа Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипха Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вивуши твабам бхагам Нараяно прияманага мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бхадане Лакшмир Джоша Чавакшаси Ясасте Десамби Вам Нишингамам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам.
Hare. Kalo narajan jagatam param gurum trilokanathanatapadpankajam kalo narajan jagatam param gurum trilokanathanatapadpankajam prayen marta bhagavantam achyutam Yakshanti pasanna vibhinna chetasa kalo narajan jagatam param gurum trilokanathanatapadpankajam prayena marta bhagavantam achyutam yakshanti pasanna vibhinna chetasa Gauriya Goshthipati Сисила Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что собирать вещи, которые не имеют никакой связи с Кришна Бхаджаном, и вот он сказал, что собирать вещи, которые не имеют никакой связи с Хари Бхаджаном, это стало хронической болезнью для тех обусловленных душ. Обусловленные души всегда заняты собиранием материальных вещей, которые не имеют никакой связи с Кришна Бхаджаном. Кришна Бхаджан, он настолько превосходен, и если кто-то получает вкус, то я уверен, что никогда не сможет оставить Кришна Бхаджан. Но первое, то, что люди не получают вкус к Кришна Бхаджану, в этом проблема. И в этом главная проблема, то, что никто не хочет получить подлинный вкус к Кришна Бхаджану. Если люди получают вкус к Кришна Бхаджану, то они не смогут оставить Кришна Бхаджан. И вот собирать вещи, которые вот, не имеют связи с Кришна Бхаджаном, в этом хроническая болезнь обусловленных душ, то, что они собирают вещи, которые не имеют никакой связи с Кришна Бхаджаном. На самом деле обусловленные души, у них разные точки зрения. Их даршан не совершенен. Обусловленные души находятся в обусловленном состоянии, и их даршан, их видение несовершенно, что есть, что они не могут видеть. Они не могут видеть то, что находится в трансцендентном мире. И вот и такие обусловленные души, они вроде бы слушают Харикатху, но не могут оставить асатсангу полностью. Асатсанга, она хуже, чем какой-то коронавирус. Она в такой тонкой форме может войти в наше сердце, что мы не сможем понять. И в этом главная опасность. Но мы думаем, что все хорошо, асатсанги мы не совершаем, но так прямо или косвенно все обусловленные души совершают асатсангу. Я могу снова обсудить это о дживататве. Я давно не говорил о дживататве уже, и я хочу напомнить вам из Читания Чайтамриты. Вы знаете очень хорошо, многие помнят эту шлоку «Дживасварупахой нити Кришнадаса». Да, это хорошо, но есть много разных научных обсуждений насчет этой темы. И тогда мы сможем осознать, что это шлока правильная, но или то, что джива не татастха шакти, сказать это просто, но осознать это пограничное положение гораздо сложнее. Положение татастхи, но как бы не хорошо и не плохо. Их такое пограничное положение как бы не совсем хорошо и не совсем плохо. В тот день я говорил на Харикатхе то, что Бхатхаджива
они настолько слаба, что подвергается влиянию майи постоянно. Бесчисленное число времени они находятся под влиянием майи. Татастха, она очень тонка, очень в тонкой форме находится в сварупе дживы. И чтобы осознать это, самосознавшие себя души, те, кто совершают баджан, я вот о татастха дживах потом буду говорить, сегодня тема другая, но вот они совершают Бхагавадсеву бесчисленное число времени, а Кришна Бахирмукхи, те, кто отвернулись, они не те Бахирмукхи, они вечно отвращенные от Кришны. Но так или иначе, если они осознают, они скажут, достаточно, им надоест это материальное наслаждение, материальные страдания. Когда им это надоест, то тогда эта джива может обрести общение с гуру и вайшнавами по милости Верховного Господа. Если ее сукрити достаточно высоко, она может обрести это общение. И потом, перед тем, как начать харибаджан, пытайтесь понять, кто-то может сказать, что это пограничное состояние, оно воображаемо, но можно сказать, что да, оно подобно идеальному газу, как в химии и физике есть такое понятие идеального газа, который в идеальных условиях существует, и на нем все физические законы отрабатываются, но практически идеального газа нету, есть только представление о нем. И на нем удобно считать просто, а по факту его не существует. И вот пограничное состояние джива, оно похоже на это. Джива, она либо майя должна служить, либо Бхагавадсеву совершать, либо служить Бхагавану, либо майя, либо Бхагавану. А посередине нету ничего. Ей нужно определиться. И когда обусловленная душа, она осознает, ей надоест служить майе, ей надоест материальные наслаждения и страдания. И вот когда она насытится всем материальным, и особенно когда дживатма может осознать, что все мое тело, ум и все остальное, видимое и невидимое, поскольку что перед нами мы можем видеть, а Бхагавад-джива, она ограничена. Бхагавад-дживы, если что-то слишком близко к вам, то вы не можете видеть. Или слишком далеко, тоже мы не можем видеть. И вот ограничения, наши эти органы чувств, они в каких-то ограниченных, они ограничены во всем, их сила ограничена, как сила наших органов чувств, так и ума. И вот мы находимся внутри этих ограничений. Но татва, она за пределами человеческого понимания, то, что находится за пределами человеческого понимания, как осознать это. Шрила Прабхупад всегда говорил, что обусловленная душа всегда занята сбором вещей, которые не связаны с Кришна Баджаном. И вот обусловленная душа даже ест или пьет, или говорит с кем-то, но все эти простые действия, как любые действия, любой вздох, он должен быть направлен на бхакти, он должен быть связан с бхакти. И в этом техника, сокровенная техника харибаджана. Все действия в нашей жизни, они должны быть направлены на Кришнабаджан, на харибаджан. И мы должны развить такое настроение, такое чувство по милости гуру вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад говорит, обусловленные души всегда заняты сбором вещей, которые не связаны с Кришнабаджаном. И вот Шрила Прабхупад говорит то, что эта отвращенность от Кришна-севы, вот на Бенгале такие слова, кто-то из вас Бенгали учит, я надеюсь.
что когда-то вы поймете эти. И вот. И вот отвращенность от Шри Кришны и служения Кришне, и вот это научное объяснение. Та бхава, которая не поддерживает Кришна Севу, это кама называется. И вот суть в том, что Бхакта-джива, она не может находиться в нейтральном положении. Я вчера вот статью на эту тему писал также, что в этом бесконечном мире кто может быть по-настоящему нейтрален? Это невозможно, все какую-то сторону занимают. И вот когда обусловленная душа, по крайней мере, пресыщается этими материальными наслаждениями, страданиями и прочими вещами, из Бхагавад-гиты мы знаем. Те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к наслаждениям чувств. Кто такой саду? Удав Махарадж говорит перед Кришной, кто такой саду, скажите одним словом, я хочу знать об этом. И Кришна Бхагаван отвечает, что тот, кто очень сведущ, что такое рабство, что такое освобождение, и тот саду, кто имеет ясное представление, как и пандит, кто такой пандит? Пандит, он саду. Этот титул пандит, мы можем применять его только к тем, кто по-настоящему занят в Кришна-севе или в Хари-севе. Пандит не просто изучает веды, веданту и прочее, нет. Чтобы осознать шастру, я знаю, вы, может, очень богаты, можете купить много книг, но кто даст вам осознание? Осознание вы не можете получить, не можете спорить с тем, чтобы получить какое-то осознание. Осознание возможно только по милости садгуру и вайшнавов. И это только возможно по милости Гурудева, осознание. Мы сможем осознать то, что описывается в шастрах, иначе мы с моим умом не можем понять. Осознание того, что описывается в шастрах, не так просто. Но что Кришна хочет сказать? Пандито бандамакшавит. И Кришна Бхагаван говорит, тот настоящий пандит, кто имеет ясное представление о том, что ведет к освобождению и к обусловленности. Кришна Сева – это и есть освобождение. Много раз я объяснял раньше эту шлоку пандито бандамокшавит. Пандит саду – тот, у кого есть четкое представление о том, что ведет к порабощенности и к освобождению. Тот, кто достиг мастерства в том, чтобы избавить как себя от порабощенности, обусловленности, так и других. А своими собственными попытками вы не можете избавиться от обусловленности. Только саду, гуру, вайшнава не могут сделать очень просто, но при одном условии, если вы предались им. И вот сейчас Шрила Прабхупад говорит, хорошо, если кто-то осознает, что присытился материальными наслаждениями, ему надоело все, как наслаждаться, так и страдать. Но Шрила Прабхупад спрашивает, а что дальше вы собираетесь делать? Хорошо, вы не будете страдать или наслаждаться, достигли какого-то нейтрального положения, и Шрила Прабхупад спрашивает, и какова же дальше ваша цель? Если после того, как вы оставили майю, майя, значит, вам надоело наслаждаться или страдать от каких-то материальных вещей, что же дальше делать, какова дальнейшая ваша программа? Если вы не хотите начать харибаджан, то, достигнув этого нейтрального положения, вы опять можете пасть. И вот, что такое татастка положение, я хочу объяснить вам. И вот, смотрите.
Брама говорит, те, кто игнорирует твои лотосные стопы, Нитайер Чарнасотия, Тахарос Саваканития, Нитайпода Сода Кураш. Но сколько из нас могут показать эти качества, эту бхаву, которая описывается в этом киртане, кто может прикоснуться к своему сердцу и сказать, что все чистые преданные, и вот те слуги Нитьянанды, которые вечно служат Нитьянанде. Если у нас есть малейшее неверие в них, в этих саду, гуру и вайшнавов, то мы опять вынуждены будем родиться в этом материальном мире. И вот если у нас есть малейшее сомнение относительно Сиданты, саду, гуру и вайшнавов, намы, дамы, лилы, Кришны, и вот если есть такое сомнение, недоверие, то мы вынуждены будем опять родиться в этом мире. И вот любые сомнения, которые появляются в вашем сердце, вы должны прийти к чистым гуру вайшнавам, чтобы они рассеяли все ваши сомнения. И поэтому кто сведущ Шабда Брахме, он также сведущ Пара Брахме, и у него есть прямое осознание Севы. Он не говорит какой-то сухой философии. Нам некогда слушать от каких-то философов, которые не получили осознание. Мы хотим получить именно осознание. Если у вас есть какое-то осознание, которое вы обрели от вашего садгуру, тогда мы заинтересованы получить это. И Шрила Прабхупада, он говорил об этом, что мы должны прийти к подлинному источнику, где можно услышать трансцендентную харикатху. Шрила Прабхупада, он снова и снова говорил об этом. И каково же наше настроение? Кто-то думает, что харикатха – это просто какое-то наслаждение с оркестром, с музыкой. Но нет, если вы думаете, что харикатха – это наслаждение, то тогда хари станет объектом вашего наслаждения. И это неправильно, если вы будете наслаждаться Верховным Господом. И вот смотрите, обусловленные души, у каждой из них есть своя точка зрения, и их видение, их даршан несовершенен. Брахма говорит, и вот если мы достигнем того уровня, когда нам надоест материальное наслаждение, но Шрила Прабхупада дальше говорит, какова ваша дальнейшая цель. Если вы начнете саду севу, бхагават севу, хари севу, то это хорошо. Если просто достичь освобождения и не знать, что дальше делать, это плохо. И вот когда джива, она ей надоело заниматься всякой материальной деятельностью, и когда она ей опротивила служить майе, и вот этот, и после этого, если джива не обретает садусангу, а после садусанги, Hare Hare Bhajan.
И вот в этом киртане описывается саду-санга, она должна быть настоящая, а не на показ. Я обещаю вам, что если вы будете совершать настоящую саду-сангу, то тогда никакого вопроса падения не возникнет. Но это должна быть подлинная саду-санга. Шрила Прабхупад Палачи говорит, что они уходят, оставляя меня. Так много харикатхи они слушали. Они слушали Кальяна Калпатаву, много киртанов. Но сейчас они все уходят, оставляя меня. Шрила Прабхупад Палачи говорит, может, мой характер недостаточно хорош, может, я недостойный их, но они все уходят. И вот они слушали Кальяна Калпатару, Шаранагати, такие прекрасные киртаны, но Шрила Прабхупад плачет и говорит. И вот они слушали так много харикатхи, и сейчас они ушли, оставив меня. Может, у меня нет качеств, но они ушли. Шрила Прабхупад, он никогда не находил недостатков в других. Какие-то преданные говорили, что я думал, что вот тот ачарья, тот махарадж, он идеал моей жизни. И потом, когда я увидел, что их характер несовершенен, что они занимаются непонятно чем, и если у них есть какие-то слабости, то вы не имеете права говорить об абсолютной истине. И сейчас ситуация такая же. Как это возможно? Кто уже признал, что тот, кто потерял саньясу и опять заново просит саньясу, то я не могу дать саньясу такому человеку, но если этот же падший саньяси получает вдохновение от каких-то таких других демонических ачарий, и вот вчера я слышал, Махарадж говорит, что какие-то люди могут совершать асатсангу, даже будучи саньяси, и никто не может контролировать таких людей, никто не может ему указать, что они должны делать. И, к сожалению, сейчас такое плачевное состояние вишвайшнава раджа-сабхи. Они не знают, каково значение вишвайшнава раджа-сабхи, какая уникальная ачарьятва Шрилы Прабхупады. Кто-то может говорить, просто говорит Джая Прабхупад, но они не могут прийти к Шриле Прабхупаде и к Шриле Кешава Госвами Махараджу. Я хотел защитить их от падения, но я заботился вот о ком-то, как отец и мать, но такие преданные иногда уходят из-за влияния Майи. Влияние Майи очень сильное. Может, в следующем рождении мы осознаем. Я плачу, поскольку я получил поддержку Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и Гуру Варги, и никто больше не одного человека не поддерживает меня. Шрила Бхарати Махарадж ушел, Гуру Варга была, а сейчас никого не осталось. И вот таким образом ситуация день за днем ухудшается, и это
практически невозможно для нас всех совершать настоящий харибаджан, но все же мы должны принять решение, что мы должны совершать харибаджан. Мы должны, формула Шрилы Прабхупады в том, чтобы мы должны непрерывно под руководством чистой Гуру Вайшнава совершать служение. Шрила Прабхупад говорит, это наше единственное лекарство. Сейчас я Но некоторые гуру, они привлекают этих своих учеников какими-то материальными вещами. Но Шрила Прабхупад, он говорил, что листец никогда не сможет стать подлинным проповедником. Но, к сожалению, сейчас многие думают, что листецы, они могут стать проповедником, и это показывает, насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады. И вот я в деталях могу говорить о джива-татве, о научном объяснении, и вот татастха положение, оно практически невозможно, поскольку душа, она совершает служение либо майе, либо Бхагавану. И вот это пограничное положение джива, оно как идеальный газ, который в теории только есть. Но Шрила Прабхупад говорит, когда мы достигаем, ну, не то что нейтрального, что-то похожее на нейтральный уровень, но потом Шрила Прабхупад говорит, что вы должны решить, что же делать дальше. И вот они могут думать, что мы вне майи, но как вы можете доказать, что вы вне майи? Как вы можете доказать, что вы вне майи? Майя, она подобна Каме. Те, кто отвернулись от Кришна Баджана и заняты сбором имени, слава, почета, уважения, они думают, что это Гуру Сева. С их точки зрения это выглядит как Гуру Сева. Но Шрила Прабхупад для того, чтобы спасти обусловленных душ, а как спасти? У него была своя формула, которую он всегда применял. Обусловленные души, они всегда должны находиться в соприкосновении с чистыми гуру вайшнавами. Любое служение, которое вы совершаете, может, вы идете на рынок, чтобы купить овощей для Кришны, я знаю, это тоже служение. Но если вы не повторяете харинам в процессе этого, не думаете о шастрах, о сиддханте, то это не настоящее служение. Если вы идете на рынок что-то купить, это должно быть служением, но если вы в процессе не размышляете о сиддханте, о шастрах, то это не служение получается. Вы должны иметь связь с харикатхой, с киртаном всегда. Кто-то думает, что это какое-то чрезвычайное, но нет. Чистые гуру вайшнавы, они в практической форме могут показать, что это возможно. Есть нитя бадхадживы и нитя бахирмуки. И нитя сыванмуки, то есть те, кто совершают вечное служение, между ними какая-то воображаемая пограничная линия. Почему? Я впоследствии расскажу об этом из Брихатарани Упанишад, вроде бы цитата. И вот сейчас суть в том, что обусловленная душа никогда не может достичь совершенного даршана. Так или иначе, их даршан обусловленных душ, он поддерживается с помощью майи. Майя влияет на их даршан, на их восприятие. И все обусловленные души, они имеют свою точку зрения, но гуру вайшнава, они видят все вокруг, они просто с какой-то одной стороны, они не видят мужчин, женщин,
видят душу, пребывающую в каждом теле, их даршан, их видение настолько ясно, что они могут видеть все, что связано с этим трансцендентным миром Апракрита Джагат, и поэтому у них есть право вести вас. Те, у кого нет осознания о трансцендентном Апракрита Джагате, те, у кого нет права, те, у кого нет представления о том трансцендентном мире, как мы можем ожидать что-то, как мы можем ожидать, что какое-то сознание получим от них. И вот самосознавшие себя души, они находятся в таком стабильном положении, они заняты севой служением, они сведущи как в Шабда-брахме, так и Пара-брахме. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что если гуру, он не самосознавший себя душа, то как Гурудев может дать осознание своим ученикам, такой гуру? Если Гурудев не самосознавший себя душа, если он материалист, то что же он может дать своим ученикам? И поэтому Шрила Прабхупад говорит, карма, работа гуру подобна работе проститутки. До того это опустилось, что такие гуру могут дать своим ученикам, если у них нет никакого осознания, а если есть какое-то сознание внутри меня, то я могу через Харикатху передать это вам, а без осознания, какое благо вы получите. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, помочь обусловленным душам избавиться от своей обусловленности, помочь им развить их сознание, чтобы они почувствовали необходимость совершать ванисеву и служение Кришне, но сейчас, к сожалению, люди приходят, думают, сколько, какое благо могут получить от получения посвящения от того или иного гуру, то есть думают о только материальных этих преимуществах от получения посвящение от того или иного гуру. Сейчас вот тоже опасный период, этот коронавирус, и можно наблюдать, что, скорее всего, количество саньяси и брахмачари увеличится, поскольку работы нету, кризис, и поэтому будьте осторожны, что количество таких отреченных увеличится. Ну, имеется в виду в кавычках отреченных. И сейчас вот, к сожалению, на качество тех, кто приходит в матхи, не смотрят. Но в матхе, в храме должны жить самые достойные люди, а не те, кому некуда деваться. И вот даршан, видение, мировосприятие обусловленных душ, оно ограничено. И вот Шрила Прабхупад пример приводит. Что если провести линию и перпендикулярно ей еще одну линию, то получится вот эти все линии пересекаются под углом 90 градусов. И также гуру Вайшнава, они видят все вот на эти 360 градусов в сумме. То есть они видят все, что вокруг происходит, а не просто с какой-то одной стороны. И
И вот Рупа Госвами говорил, что мы не должны находить никаких недостатков чистых гуру-вайшнавов никогда, но, к сожалению, некоторые не стремятся находить недостатки. И вот Шрила Прабхупад говорит, это наша хроническая болезнь, то, что находясь на этом уровне, я, например, на этом уровне нахожусь, на уровне майя, или чуть выше, или чуть ниже, но неважно где. И вот находясь на материальном уровне, Шрила Прабхупад говорит, это наша хроническая болезнь, то, что находясь на этом материальном уровне, мы делаем какие-то замечания о трансцендентном, о трансцендентных гуру вайшнавах, нами, даме, Сиддханте. Шрила Прабхупад говорит на Бенгале. Это главная ошибка. И вот Шрила Прабхупад говорит просто потому, что обусловленные души, они должны обнаружить, в каком положении они находятся. А если они, находясь в таком материальном обусловленном состоянии, говорят что-то о трансцендентных вещах, то толку нет от этого. И поэтому в Шри Чайтанья Чаритамрите есть такая предостерегающая шлока, что трансцендентные вещи материальными органами чувств невозможно осознать. И вот, находясь на материальном уровне, мы не должны говорить ничего о трансцендентном. Мы не должны судить трансцендентное, поскольку ничего хорошего из этого не выйдет. И те, кто говорят на трансцендентном, будучи на материальном уровне, они ничего не достигнут. И вот без осознания мы не имеем права говорить о трансцендентном. И поэтому, находясь на... И вот кто-то находится на... И вот их, в общем, представление тех материалистов, которые находятся на этом материальном уровне и судят о трансцендентном, оно полностью неправильно. И вот любые слова... Я сказал, что любое слово, сказанное Шрилой Прабхупадой, любое слово, сказанное Шрилой Прабхупадой, и вот мы, если мы переводим слова Шрилы Прабхупады, мы должны применять именно полностью подходящие слова, поскольку его речь, она очень чувствительна, очень точна, и также мы должны их переводить, и мы должны повысить нашу аккуратность перевода до буквально до пределов, а лучше за пределы человеческого понимания. Насколько высоко мы должны возвыситься, очень... И вот Шрила Прабхупад говорил, обусловленные души обычно всякие плохие суждения о трансцендентном выводят. А Сидданта чем от... А еще вот Сидданта, это вечное. Сидданту невозможно изменить. Сидданта значит то, что вечно применимо. А какие-то суждения об условии душ, они временные. И вот Садгуру, если тот же Садгуру дает наставление мне и вам, почему чье-то положение плохо, а чье-то хорошо,
от чего это зависит? Зависит от того, сколько милости мы обрели. И вот Гурудев, у него нет никакой этой, нет никакого пристрастия. Гурудев, он дарует нам милость, но почему наше состояние столь падшее перед Шрилой Прабхупадой? Так много людей пришло к нему, к Садгуру, много людей приходят. И, но не каждый может прийти к Садгуру. Это зависит от состояния, в котором находятся эти души. Брама, Прамат, Випралипса, Карна, Потап, как-то так. Эти вот четыре недостатка, они всегда, как правило, находятся в обусловленных душах. Обусловленные души, они заражены этими четырьмя недостатками. То, что их органы чувств несовершенны, они склонны к обману себя и других, к заблуждению. И вот эти недостатки, они всегда находятся с обусловленными душами. И поэтому говорится, Шрила Прабхупад никогда не хотел, он не льстил никому, никаким богатым людям, никаким брамачари, саньяси. Шрила Прабхупад никогда не льстил. И Шрила Прабхупад, он был очень нейтрален, беспристрастен. И вот я начал с этой шлоки, она очень важна. В эту кали-югу Харибаджана он очень и очень редок. И вот кто-то может говорить, почему вы на более высоком положении находитесь, чем я. Вот. Вот не каждый может предаться на 100%. Даже если 1% лицемерия остается, то... Но Шрила Прабхупад поэтому использует слово «давидельт». То есть полностью на 100% без остатка. Вот как в этом киртане говорится, что сердце наше должно быть в полной гармонии с сердцем Гурудева. А если этого нету, то тогда люди отклоняются и не могут полностью следовать Гурудеву. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы не можем, не каждый может заявить, что он полностью находится в соответствии с Шрилой Прабхупадой, но в соответствии со степенью самопредания таких людей это все открывается, осознание, оно дается Гурупад Падмой согласно нашему самопреданию. И вот мы заняты лестью. И вот Шрила Прабхупад, он давал пример. Он рассказывал такую историю. И вот, в общем, одного человека заняли в каком-то служении. Friend, this is the condition.
И вот в один день тот слуга сказал, что работать нет, я не могу больше, давай плати хотя бы 1000 рупий, как я вас тут кормлю. А, и этот человек опять пришел к своему другу и сказал, что вы посоветовали слуг кормить получше хорошей едой. Сейчас я даю им то, что сам ем, и им все мало, и больше зарплаты просят. И друг сказал, ну скажи. Можете куда угодно идти, платить не буду больше. И тот пришел, сказал, что ему друг посоветовал, смотри, ситуация плохая, зарплаты больше не могу платить, если не нравится, уходите, нравится, оставайтесь. Ну, этот слуга сказал, хорошо, ухожу, ну, уходи. И вот ушел. Слуга ушел и через неделю пришел назад просить, спроситься на работу, сказал, что хорошо буду работать за те деньги. А, как ты же ушел? Нет, я вот тут подумал, что работаю долго на вас, думаю, уходить нехорошо, и вот вернулся. И вот... Ну вот, в общем, этого слугу, этот хозяин, он начал кормить какой-то хорошей пищей, тот привык так питаться, и хотя зарплату не повышает ему, но решил остаться, по крайней мере, кормят хорошо его там. И вот Шрила Прабхупада такой пример приводит, что многие следуют такой процедуре при привязывании своих этих последователей. Но таким образом мадхи и мандиры нельзя поддерживать. Без применения Сиддханты Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура никто не может поддерживать Гаудия Мадха. Гаудия Мадха – это не что-то, что может существовать без применения Сиддханты Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Никто не может поддерживать Гаудия Мадха. А те, кто утверждают обратное, это, как правило, люди, которые отвернулись от Гаудия Мадха. Гаудия Мадха – это трансцендентное место. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны прийти только в Гаудия Мадху, и тогда мы сможем достичь Кришны. Я не могу сказать, что Сиддханта Шрилы Прабхупады неправильно, насколько, какую аккуратность поддерживал Шрила Прабхупад, мы не можем понять этого. Материалисты могут думать, что Шрила Прабхупад сумасшедший, а Шрила Прабхупад сказал, когда весь мир затоплен буквально, он буквально затоплен,
если у нас, у меня будет читание Чайтамрита, то этого достаточно, и ничего не будет потеряно. Я уверен, каждый может говорить, что Шрила Прабхупада сумасшедший, но эти люди находятся на таком уровне, что они не могут понять, что говорит Шрила Прабхупада. Если есть читание Чайтамрита, то это значит, что читание Махапрабху, Верховный Господь, он там, тот, кто заботится о бесчисленных мирах, он разве не сможет позаботиться о нас? Тот, кто заботится о бесчисленных мирах, разве он не может позаботиться обо мне? Как глупо, какой майвадия, если я думаю таким образом. Если вот эта шлока из Бхагаватам, в ней говорится, что мы не должны иметь надежду на каких-то богатых людей. Это не Харибаджан. Те, кто сердцем осознают, что им нужен именно Кришна, да, мне нужен Кришна, мне нужен Господь, то я не буду ждать следующей жизни. И если у кого-то есть такое чувство, они могут прийти ко мне, прикоснуться к шалограмму. И сказать, что в этой жизни ничто не интересует их, кроме Кришна Баджана. Кришна Баджана – это не шутки, и мы должны достичь Кришны в этой жизни. Нам не нужно ждать следующих жизней. Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такура, они дали нам все возможности, чтобы достичь Кришну. Что еще нужно нам? Какие-то удобства, какое-то гражданство какой-то страны, что еще нужно? Если мы чувствуем, что все материальное, оно подобно яду. Если мы сердцем это чувствуем, что все материальное подобно яду, как Мадхавинда Пурипад. Точнее, Ишвар Пурипад. И вот когда чистый гуру Вайшнав, он может говорить как-то жестко нам, но внутри, но внутри его сердца оно очень мягко. И можно увидеть, что они плачут, видя такое плачевное положение во всем Гауди Вайшнавском обществе. И как они могут обрести, как эти люди могут обрести великое благо? И это сердце Гуру Вайшнавов. Они думают о благе всего общества, и только они могут проповедовать. А какие-то демоны, они не могут проповедовать, только чистые Гуру Вайшнава. Они могут по-настоящему проповедовать. То служение, которое, о Господь, то служение, которое Ты дал мне, чтобы спасти обусловленные души, только этим и хочу заниматься. Я не хочу ничего постороннего. И садусанга. И вот и такие преданные, они всем сердцем стремятся к сатсанге. Сатсанга должна быть настоящая на 100%. И тогда я могу гарантировать, что в этой жизни вы достигнете успеха. Почему это так случается, что я, кто-то вот, ну, получили посвящение от одного гуру, скажем, Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, почему кто-то развивается, а кто-то деградирует? Какова причина? Однажды Шрила Прабхупада говорит, и Бхактивинода Такура говорил, что на берегу Ганги растет дерево нима и дерево лимона и дерево манго. Почему манго плоды сладкие, нима горькие, лимона кислые? Какова причина? Хотя вроде и кокосы растут, и
прочие деревья, но все пьют из одной ганги, но плоды разные. То есть это зависит от качества семени, из которого они выросли. И это очень обширная тема, я раньше говорил об этом, но нужно еще раз вспомнить. И вот в этом материальном мире мы можем видеть так много различий. В этом материальном мире мы можем видеть бесчисленные отличия. Если я спрошу вас, о Махарадж, откуда это различие появилось, кто-то слушает Харикатху, может ответить, что есть различие в единстве, единство в различии, все это из Кришны исходит. Да, правильно, но практически почувствовать вы не можете. Когда прекрасная женщина приходит к вам, вы забываете, что это различие, это единство в различии или различие в единстве, вы забываете все. Почему вы тогда забываете все? Почему Майя, она накидывает на вас свою сеть, и вы забываете о том, что слушали раньше? Почему это происходит? Может, вы помните эту шлоку, вот о том, что тело состоит из пяти первых элементов? Помните эту шлоку, можете осознать ее практическое значение и вести себя соответственно? Далеко не каждый может. Вы не чувствуете, что тело вот этой женщины или девушки тоже состоит из первых элементов, и вы не можете видеть душу в ее теле, и куда бы вы ни смотрели, вы не можете видеть душу, там в этом проблема, вы видите только плоть и кровь и какие-то материальные вещи, и поэтому в Упанишадах говорится, почему вы любите друг друга? Потому что атма внутри вас. Если атма оставит вас, кто отец, кто сын, все ваши отношения кончатся из-за души. Это происходит, но если мы не сможем видеть атму, и Шримад Бхагавата Махапурана дает нам урок, изучать Шримад Бхагавата мы должны от чистого преданного. Не то, что мы можем изучить Шримад Бхагавата Махапурану неизвестно откуда, и это не даст должного результата. Мы должны изучать Шримад Бхагаватам от чистых гуру и вайшнавов. Пытайтесь понять, запомнить это, вот эти слова. Я в один день объясню это более подробно. Если я по-настоящему хочу изучить Бхагавад-дхарму, Бхагавад-таттва, Вигьяну от самосознания себя, души моего Гурудева, то почему попадаем в такое плачевное состояние, хотя Гурудев, он никогда не хотел обмануть нас. А случилось так, что мы сами обманули себя. Кто-то думал, что Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж очень просто сердечен, и кто-то хотел обмануть его, и в итоге обманул сам себя. И вот кто-то думает, что Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж очень прост, как пятилетний ребенок. Гурупад Падма, он хотел поехать во Вриндаван, но он уже во Вриндаване. И вот он спрашивал меня, как я могу во Вриндаван поехать. Какие-то преданные хотят самолет, билет на самолет вам купить. Он сказал, слишком дорого, денег у меня нет, как я полечу. И
вот, ну, я сказал, что если вы захотите, то Кришна все организует. И вот вспоминаю и смеюсь. Вы можете поговорить с Гуру Вайшнавами и увидите, насколько они просты, и в этом их великолепие. И поэтому вот в этом киртане говорятся такие слова, что чистый, если вы встретитесь хотя бы на 5 минут с чистым Гуру и Вайшнавом, то вы почувствуете блаженство в вашем сердце. Они вложат свою силу в ваше сердце. Так много заботы у них, так много блаженства. И в Бхагаватам говорится, как мы можем изучить Бхагавад-дхарму, как утвердиться в Бхагавад-дхарме, в татва-вигьяне, чтобы стать чистым вайшнавом. И вот процедура в том, что не должно быть никакого запаха майи. И никаких вопросов, почему, как, где. И вот в этом вот санскритской грамматике все эти падежи на Кришну указывают, кто, где, когда, как. Почему Гуру Махарадж говорит вот так или иначе, нам не нужно думать об этом, иначе мы можем пасть. Мы должны просто делать то, что Гурудев говорит нам. Махарадж пример приводит с армии. Если сказали идти вперед, то нужно вперед идти, а не назад или вправо-влево. Очень строгие там ограничения. Нужно слушаться командира. Если командир сказал одно, нужно делать, а не спрашивать, почему так или иначе. Если сказали в огонь идти, то нужно идти в огонь, иначе если не пойдем, то сзади расстреляют. И вот если в армии такие стандарты поведения, то в Бхагавад-дхарме почему мы не можем следовать хотя бы похожим? И вот эти и даже эти суды для военных, отдельные военные суды. К сожалению, сейчас наша сампрадая очень опустилась, что даже другие сампрадаи перестали нас уважать. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он еще 150 лет назад предвидел это и сожалел об этом. Каждый гауди, как каждый борец за свободу, они очень важны, они должны отдать свою жизнь за Родину. Но если мы не готовы отдать свою жизнь ради сампрадаи, и кто-то стремится к популярности, но я совершенно не привязан к этому. Кто-то может возмущаться, но я делаю все, что все для того, чтобы Шрила Прабхупад был доволен. Я не знаю, кто такой Кришна, но я знаю, что Шрила Прабхупада знает, что лучше для меня. Если весь мир утверждает обратное, то какое мне дело до этого? И вот в Бхагаватам говорится то, что если я хочу следовать Бхагавад-дхарме полностью, на 100%, если следую Гурудеву и следую этой Бхагавад-дхарме, то тогда Кришна
он станет доволен. Вы понимаете эти слова? Чем, кем? Хари, он буквально продает себя нам. Если я могу доказать, что я настоящий гуру севак, и вот какие-то люди, если они думают, что слава Гурудева – это их заслуга, то такие люди очень падшие, они хуже, чем мои вади, если они думают так. И поэтому Сваруп Гасай был очень гневен. Сваруп Гасай, он хотел спасти что-то Харидаса, маленького Харидаса, хотя его случай был очень опасен, сложен, но Сваруп Гасай, он был готов помочь ему, но Сваруп Гасай, он не мог помочь тому Майаваде, тому материальному карме, карме. Он не мог, не позволил ему прийти к Махапрабху, поскольку Сиданта Вирот, Расабас, ну, Махапрабху, в общем, недоволен, если он слышит Сиданта Вирот. И если это Валапрачари или еще кто-то, неважно кто, те, кто говорят по Сиданту, не, то есть не, и, не соответствие Сиданте, то Махапрабху очень недоволен. Один слуга Адвайта Гасай, он служил ему долгое время. И вот, но он не имел никакого представления о том, что Адвайта Гасай, он Махавишну. Он Адвайта Гасай, он как бы Бхагаван, но он занял у кого-то денег, чтобы отдать, ну, в общем, занял, чтобы рассчитаться, у кого-то там перезанял. А ну, в общем, кто-то не мог понять, как это. Если он сам Бхагаван, еще у кого-то денег занимает, то что же за Адвайта Гасай, которому нужна наша помощь? То есть люди так думают, что если они Адвайта Гасай просит о помощи, то какой же он Бхагаван? И вот Махапрабху, ну, это не, Махапрабху недоволен был этим. И вот Махапрабху сказал, что такая материальная материалисты, они не должны быть со мной. Это Майвада. Адвайта Гасай, он Бхагаван, но все же вот у кого-то что-то занял. И вот если вы верите, что Адвайта Гасай Махавишну, Верховный Господь, то зачем такие эти замечания делаете и пишете царю какие-то письма о том, чтобы он помог ему рассчитаться со своего долгами. И вот это главная болезнь. Мы очень горды из-за своего богатства, могущества, власти, образования. И имея все это, мы можем гордиться и думать, что гуру Вайшнава не бедны. И вот это но кто-то может думать, что Вайшнава очень прекрасно совершает баджан, но болеют чем-то. Но это все майявадское представление. Они не знают, что Вайшнава татву, гуру татву, у них сомнения о гуру Вайшнавах и Бхагаване. Если кто-то очень богат
и к нему придет какой-то вайшнав, то он может выразить пренебрежение, и это очень опасно, как Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, он был очень беден внешне. И многие они выражали пренебрежение ему. И вот в Бхагаватам говорится, что Кришна готов продать себя. Махапрабху много раз говорил Шри Чайтанья Чайтамрите, что я буквально продан вам. Он говорил своим преданным, что я буквально продан вам. И вот, если вы сможете следовать Бхагавад-дхарме полностью, без остатка, без всяких измов, без без каких-то корыстных желаний, чтобы никакая майвада не оскверняла вас, то тогда будьте уверены. Та процедура, которую я следую, может, весь мир отвергнет меня, но все же Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху, они примут меня. Господь, он становится доволен. Атма Кришна, он атма, душа всех душ. И также говорится в Упанишадах, говорится, Кришна, он душа всех душ. Нитья нитья нам, читана нам. Кто-то... И вот что значит это шлока из Чайтанья Чайтамриты? Значит, что Кришна даст все нам. Кришна организует все для нас. Кришна, он не слеп. Кришна может дать нам все, но мы стремимся к каким-то этим, стремимся льстить каким-то богатым людям, это неправильно. Я могу показать, что с чем Ананда Прабху организовал, или Дуки Кришна даст. Я могу показать вам, нет. И вот Махарадж однажды был в Дели по делам, он там печатал 9 книг одновременно. Ну, успешно, сколько денег нужно, чтобы напечатать 9 книг, ну, имеется в виду 9 разных книг. И, ну, если преданный хотел что-то сделать, то Кришна, он организует это, он сделает это возможным. А поскольку у нас есть неверие в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, то этого все проблемы. И вот я хочу закончить вот эту тему. В следующий раз более подробно обсужу. И эта формула Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад никогда не хотел обманывать нас, но мы обмануты, поскольку мы сами обманщики, и поэтому мы обманываемся. И вот суть в том, в Бхагаватам также мы должны развить такое тонкую аккуратность через санкиртан. И вот кто-то может сказать, если мы весь день санкиртан будем совершать, то когда же готовить то или все делать? Но Джива Госвамипад говорит, мы должны совершать различные виды бхакти, но с помощью намо-санкиртаны. И
мы должны делать это с помощью санкиртана, не останавливайтесь. Продолжайте совершать гурусаву, переводить или еще что-либо делать. Множество душ, бесчисленных душ во всем мире, они умирают. А как вы отдыхаете в это время, спите как-то? Или вы не думаете о том, какое благо вы можете принести им? Шрила Прабхупад, он день и ночь без отдыха. Он писал, говорил харикатху, делал что-то, организовал какие-то выставки, харикатху, публиковал книги и прочее. Как это было возможно для него и невозможно для нас, даже с помощью каких-то последних технологий. И то сейчас мы не можем это делать. И вот сегодня я обнаружил, Ан Махарадж говорит вот об этой шлоке, что с каждым восходом и закатом солнца наша жизнь сокращается. И я вот вижу, что солнце восходит и заходит, и мои дни, они уходят, как дуновение ветра, и я не могу совершать совершенную гуру вайшнава севу. Я сожалею день и ночь, и вот сейчас я обнаружил, что вот опять солнце взошло, и день ушел из жизни. И мы с детства знали, вот слышали об этой пословице, что время волны, они никого не ждут. Как в этом... Весной мы видим, что листья опадают. Ну, имеется в виду индийской весной. Старые листья опадают и новые вырастают. И мы должны осознать, что смерть, она приходит скоро, как листья, они падают с деревьев индийской весной, и также день, месяц, год, он уходит из нашей жизни, и наша продолжительность жизни сокращается таким образом. Смотрите, очень сложное то, что мы не можем видеть атму, душу везде. Почему мы видим различия в единстве, почти единство в различии, почему мы не видим Кришну в каждой душе, и поэтому в Бхагаватам особенно говорится «Атмавасям идам сарвам». И Высший Упанишад также говорится немножко по-другому, но суть та же. Высший Упанишад. А в Бхагаватам говорится то, что «Атмавасям идам сарвам». О бесчисленные дживатмы. Мы не можем видеть их. Мы не можем видеть их существование. И я тоже, мы тоже подобны пылинке. И мы должны найти свое подлинное положение в сравнении со всей этой Вселенной. Если вы отправитесь на какие-то другие звезды, то вы увидите, это Земля с их положение, она подобна пылинке. То есть, если на нашу планетную систему посмотреть с другой планетной системы, то вот эти, как астрономы делают фотографии всяких галактик, то можно и заметить, что если с обратной стороны сфотографируют нашу галактику, то она очень мала. Чистые гуру вайшнава, они всегда хотят быть погружены в Харибаджан, в Харинам Санкиртан. И вот Махапрабху никогда не говорит лжи.
Бава Махадава Гневапанам. Это значит, что весь мир он горит в этих материальных страданиях. У меня нет враждебности ни с кем. Я не знаю даже, кто вы, но все же какие-то враги появляются. Это не... Ну, Махарадж говорит, что даже сейчас в этом в мире такое происходит, что люди убивают других людей, даже не зная, кто они, за что там и прочие вещи. Это гуманитаризмом называется сейчас. Шрила Вамана Госвами Махарадж говорит, что сначала мы должны стать настоящим человеком, и потом мы можем стать саду. То есть сначала мы должны быть настоящим человеком. У нас должна быть настоящая человечность, и потом мы можем думать, как начать Харибаджан или нет. А что Шрила Прабхупад говорит, что в одежде саньяси и брамачари, но некоторые носят одежду саньяси и брамачари, чтобы просто обманывать людей. И вот Махарадж, он может, ну как поощрить нас, так и наказать. Вы можете поместить меня в лес, но смотрите, атмавасей дам сарвам. Мы должны видеть душу, бесчисленные души, они везде. И вот сейчас я говорил полчаса назад, то, что почему ним, хотя растет на берегу той же Ганги, он горький, а манго сладкое, лимон кислый, то есть это все зависит от качества семени, с которого они выросли. И вы уже сказали, что... есть вот различия в единстве, единство в различии, и это зовется адвагьян-таттва. И вот все едино и различно от Кришны, от чинтья-бьеда-таттва. И вот если мы сможем обнаружить такое различие, разнообразие в материальном мире, как это можно все посчитать, есть бесчисленное разнообразие. Мы можем найти его. И в этом космическом пространстве мы не можем посчитать это. И поэтому в материальном мире все ограничено, но разнообразие настолько разнообразно, что тяжело посчитать. Как, например, если попросить кого-то посчитать пылинки во всем мире, то это невозможно. Но слово «бесконечное», оно другое значит. То хотя очень много, но конечно. А понятие бесконечности – это нечто другое. Поэтому это открытый термин «разнообразие в единстве» и «единство в разнообразии». Если возможно, что Кришна может поддерживать столь разнообразные вселенные во всем мире, то почему Кришна не может поддерживать бесчисленные качества дживатм? И вот по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура в дальнейшем я попытаюсь объяснить больше от дживататвы, от дживататвы. И вот и почему вот зависит от вот, что ученики одного гуру, один развивается, другой деградирует. Это зависит от самскар гурудев. Он хочет помочь нам, но не каждый может принять эту помощь. Согласно самскарам, и а все самскары, они кончаются, если мы полностью предаемся Гурудеву. И поэтому
плоды кармы. Вайшнавы, они не ограничены кармой или какой-то обусловленностью. Сейчас я пример могу привести, почему два у этих студента. Один Вирочан, другой Индра Махарадж. Два ученика имеется в виду. Вирочан и Индра Махарадж. Вирочан, он отец Бали Махараджа. Они учились у великого пандита, Ачарья полубогов, Брихаспати. Брихаспати был их гуру, и он учил их одному. Они вместе сидели и слушали Брахма-таттва-гьяну, но потом, через где-то полгода, год, Брихаспати, он спросил, что вы поняли, расскажите. И вот Индра, как ты понял, а Индра наоборот все, наоборот все рассказал. То есть смотрите, одно учение в одно то же время они получали от Гурудева, но по-разному поняли, в этом проблема. Поскольку самскары Индры повыше, чем самскары Вирочана. И вот Вирочан не мог понять. И несколько лет назад я тоже такой пример приводил с Ягьявалкой. Ягьявалка послал двух своих этих детей обрести таттва-гьяну, какого-то гуру. Он послал их в дом того гуру. И вот спустя какое-то время они вернулись с гуру-кулы. Через долгое время. И вот они пришли к своему отцу Ягьявалке. И Ягьявалка спросил, кто что понял. Вот, был заинтересован узнать, кто что понял из того учения. И вот он сказал старшему сыну: «О мой сын, что же ты понял о Брахма-таттве?» И вот он начал рассказывать своему отцу Ягьявалке. Тот слушал. Он не обычный человек, а был самосознавший себя душой и сказал: «Хватит, достаточно». И тогда спросил младшего сына: «О мой сын, чего ж ты понял о Брахма-таттве? Что такое Брахма? Ты долго учился в доме гуру, что ты понял?» И этот младший сын ничего не смог сказать, он просто посмотрел на своего отца с большими глазами и с каким-то чувством внутри себя. Он так посмотрел на отца, посмотрел на лотосные стопы своего отца и посмотрел ему в глаза и не смог ничего сказать. И через какое-то время Ягьявалка, он сказал с огромной любовью: «О мой сын, действительно, действительно ты понял, что такое Брахма. Если кто-то может понять, что такое Брахма, он не может говорить об этом. Он станет безмолвен. Понимаете? И когда вы осознаете, кто такой Кришна, вы будете просто плакать, как Мадхавендра Пурипад, и вы не сможете ничего говорить, как в этой шлоке Шикшаштаке. Мы будем плакать, как это описывается здесь. Когда я могу обрести этот шанс, когда день и ночь
я буду проливать слезы, и все, что я буду видеть, я все это, видя без Говинды и без Гуру Вайшнавов, я буду видеть, что весь мир пуст. И когда я достигну такого положения, чтобы плакать день и ночь, и видеть мир пустым без Говинды, когда же по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура это случится? Когда я осознаю, что без Кришны, без Гуру Вайшнава весь мир он бесполезен. Если Гуру Вайшнава они оставят эту землю, то все будет пусто. Кто будет любить нас? Кто будет заботиться о нас? Кто будет думать все время о нас? Сделайте то или это, или вот так и так. Кто будет давать наставления? Десятки миллионов матерей и отцов мы уже получили в наших прошлых рождениях. Миллионы родителей, друзей и прочих. Но если их всех собрать в одну кучу и сравнить с любовью и заботой Шрилы Прабхупады, то Шрила Прабхупад, он превзойдет их всех вместе взятых. Мы не можем представить, какую огромную любовь Шрила Прабхупад хотел показать, имел к нам. Мы не могли принять это. Мы не были готовы принять эту огромную любовь Шрилы Прабхупады, и поэтому он сказал, что тот, кто может осознать по-настоящему, что такое Брахма-таттва, они станут безмолвными. В тот день, когда вы осознаете, что такое бхакти, вы прекратите говорить какие-то лекции, вы будете просто плакать. К сожалению, мы не поем киртаны. Кто-то думает, что воспевание киртанов – это потеря времени, но это не так. Это... Мы должны совершать киртан, в них огромная сила. А если что-то бесполезно для Гуру Севы или Кришна Севы, ну что толку от этого? Это плохо. И вот в Кали-югу никто не хочет совершать баджан тому Верховному Господу, а хотят... Да, Кришна, он даже может продать самого себя нам. Кришна баджан, он очень прост. Кто-то может спросить, что самое простое. Я могу сказать, что это Хари Баджан, поскольку Хари Баджан, он естественен и спонтанен. Это естественно, что мы можем совершать Хари Баджан, но почему не совершаем? Из-за влияния Майи. И вот Хари Баджан, он самое простое. И самое сложное совершать, это тоже совершать Хари Баджан. Те, кто совершают, находятся в Майе, это очень сложно для них. Это зависит от нас, в каком ситуации мы находимся. Если вы знаете что-то о Кришне, то тогда вы попытаетесь прыгнуть в лотосные стопы Кришны.
Кришна, он великолепен, он прекрасен. И вот вы должны слушать киртаны. Если вы не хотите даже ничего делать, просто когда готовите или еще что-то делаете, слушайте киртаны. И таким образом у вас будет, то есть вы должны что-то делая какие-то, ну что имеется в виду руками, то должны слушать киртаны или петь киртаны, чтобы ваш ум не отвлекался, а был сконцентрирован на чем-то важном, на киртанах. И у нас нет возможности, нет. Мы не можем контролировать ум, это часто невозможно для нас. И вот обычно в Кали-югу никто не хочет совершать Кришна-бхаджан. И вот кто-то может прийти к какому-то ложному заключению из-за своих прошлых оскорблений. И вот Вишванатха Чакравартипад сказал то, что если вы, ваше сердце подлинное, если вы совершаете Гуру Севу, Анна Махараджа имеется в виду, что нужно также воспевать святые имена Лак Харинама. И чтобы наше желание должно быть в том, чтобы исполнять желание Гуру, Вайшнавов и Бхагавана. И все время, день и ночь, мы должны служить им под руководством чистых Гуру, Вайшнавов. Это единственный путь. Но если мы не преданы на 100%, может на 98 или 97, все же, конечно, мы какую-то силу, какое-то вдохновение получим, но какая-то обусловленность тоже будет у нас. Вот Махарадж приводит пример, если кого-то, ну, кто-то с цепью привязан к чему-то, то если начать перепиливать ему эту цепь, то этот человек, пока он не полностью освобожен от цепи, то он от цепи будет чувствовать такую же боль. Но когда полностью распилить эту цепь, то он уже тогда почувствует полное освобождение. И также не думайте, что вы не продвигаетесь в баджане. Вы должны иметь надежду. Если следуем какой-то процедуре, показанной Гуру Вайшнавами, слушаем Харикатху, совершаем киртаны, но одна просьба. От имени Шрилы Прабхупады и Вишвы Вайшнава Раджа Сабхи не совершайте никакой сатсанги, осознанно или неосознанно. Вы должны быть очень разумны, очень умны насчет сатсанги. Если вы стремитесь к Лабхе Пуджи и Пратиштхи, то вы никогда не избавитесь от майи. И вот я не могу гарантирую, что вы достигнете успеха, если вы слушаете Харикатху, и у вас какое-то двуличие, и вы совершаете асатсангу. И поэтому вы должны пообещать мне, что вы не будете совершать асатсанги прямо или косвенно, или как-либо еще. Осознанно или неосознанно, Бхактаджива, она привыкла совершать асатсангу, но Шрила Прабхупад говорит, он говорит нам это для того, чтобы освободить нас от влияния асатсанги. Много раз Шрила Прабхупад говорил, он хотел защитить нас от асатсанги, но сейчас
это практически невозможно. Я не могу говорить невозможно. Это следующее после невозможного. То есть, но возможно как-то все же. Если вы на 100% предались, если вы любите гуру вайшнавов, общение с ними, и вы хотите только получить общение с чистыми гуру вайшнавами, то тогда я могу гарантировать, что в этой жизни вы достигнете успеха. И в Бхагаватам говорится, Бхакти парисамбхава свирапти раннатра чойшатти карита калаха прападда манасо. Прападда манасо чху тушти пусти анухасам. This is what given in Bhagavatam. И вот если вы совершаете настоящее бхакти, то в чем же проблема? Бхакти паришану бхав. Если у вас есть бхакти, если вы получили подлинное бхакти, то тогда параллельно, то есть не тогда, когда вы сначала получите бхакти, а потом еще что-то. Нет, сразу же те, кто изучает санскрит, для них я говорю пара иша анубава. Пара значит наивысшее. Иша, Верховный Господь, анубава. И у них появится сразу прямое осознание лил деяния Кришны, качеств Кришны, уникальных качеств Кришны, великолепного вкуса Харинамо. И до тех пор, пока вы не получили этот вкус и пытаетесь совершать Рагануга Баджан, то это глупо. Это сахаджия. Но есть люди, которые отклонились от учения Шрилы Прабхупады, но заявляют, что они ачарьи Гауди Матха. Хотя, если посмотреть, они полностью отклонились. И вот на сегодня конец. Если бхакти есть, то мы получим это чувство. Это сразу же получим это чувство автоматически. И все материальное, оно уйдет. Это автоматически произойдет, а не специально. Кто-то что-то откладывает на потом, но почему не начать прямо сейчас? Если у нас есть влечение к чему-то, то автоматически. И вот, а вот те, кто лгут вам, вы должны избегать их. И вот когда мы обретем бхакти, мы получим все эти три вещи. Бхакти – само осознание Кришны, его лил, и всякое безразличие ко всему материальному, точнее, безразличие ко всему материальному.
Мы должны петь эти киртаны. Я обещаю вам, что если вы всем сердцем поете киртаны, то вам не нужно изучать ни джала, ни ламани. А те, кто говорят, что нужно изучать ее, это обманщики. Если вы будете изучать Парадхану и Прама Бхакти Чандрику и получите вкус к Харинаму, то я обещаю вам, что вы разовьете Рагануга Баджан. Я обещаю вам. Иначе, если этого не произойдет, то я оставлю Парамахамса Веш. То, что я узнал от Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, они дают нам такой пример. И что я узнал о них, я говорю это вам, я не произвожу никакой сиданты на фабрике моего ума. То, что я узнал от Гурварги, я говорю вам, то в первозданной чистоте Шрила Прабхупад говорит, что те, кто находятся на пути Шаутапанти, я обещаю, что они ничего не потеряют. А те люди, которые говорят, что нужно оставить Шаутапанту и следовать чему-то еще, это сахаджи. Они находят какой-то сахаджийский путь для нас, но Шрила Прабхупад, он пообещал нам, будьте уверены. Шрила Прабхупад, он пообещал, что те, кто на 100% находятся в Шраута, на пути Шраутапанхи, те, кто верят в путь Шраутапанхи, не что иное, то Шрила Прабхупад пообещал им на 100%, что в этой жизни они достигнут успеха. Те, кто верит на 100% в Шраутапанху и следует только ей и ничему иному, на 100% в этой жизни они смогут достичь успеха, и нет никаких сомнений в этом. Суджанарбударадито падуджугам джугадхарма дурандара патрубарам Бхардавайадайока пуйападам Пранамами сада Прабхупадупадам Пранамами сада Прабхупадупадам Пранамами сада Прабхупадупадам.